Окей, да, наверное, меня слышно, меня. Я хочу просто сделать быстрое видео. Мы только что провели прямой эфир 2Cast Production. И вчера было пару эфиров с Леоном Вайнштейном. И что сегодня произошло? Я считаю, что это преследование от Фейсбука. Сегодня мой основной аккаунт, который был более 9 лет, даже не заблокировали, а просто Facebook отменил без всяких warning-ов. Вообще мне даже не предупреждали меня. Я когда вышел на свой основной аккаунт, мне сказали, что Facebook хочет подтвердить то, что я — это я, чтобы подтвердить мой identity, что я должен обложить видео с собой. Я пытался это видео с собой аплодить, а Facebook видео аплодить не дал. А тогда я вышел через компьютер, они попросили мою фотографию, я поставил свою фотографию. И после этого я получил такой месседж от Facebook: большое спасибо, мы все получили, но в связи с коронавирусом мы не можем проверить вашу информацию, так что ваш аккаунт полностью Facebook отменен. Как неприятно это звучит, у меня там было очень много личной информации, были фотографии, и много контактов было, у меня было более 10 тысяч followers, которые шли каждый день. Как неприятно, я хочу, чтобы все это знали, что все-таки в нашей стране идет преследование тех, кто инакомыслящий, тех, кто не согласен с политикой демократической партии. И вот то, что сделал сегодня Facebook, это наглядно показывает. Меня просто удалили из жизни. Опять же, как удалили из жизни, просто убрали мой аккаунт без всякого предупреждения. Я связался со своими айтишниками, ребятами. Они говорят, мы такого даже никогда не слышали, потому что когда Facebook что-то делает, он хотя бы объясняет, что, допустим, вы нарушили стандарты, аккаунт и все. А здесь они просто убрали. Я, конечно, попытаюсь сделать complaint с Attorney General завтра за преследование. Вот, я попрошу своего адвоката, чтобы они написали письмо в Facebook, хотя я думаю, что это полностью бесполезно, что кого-то бесит сзади надпись Трампа, кого-то бесит то, что я говорю, и кто-то конкретно, и может быть даже кто-то, кто работает на Facebook и находится, и видит эти прямые эфиры, может кто-то сделал даже от себя. Вот, но это периодически, потому что преследования были в течение месяца, они блокировали мои аккаунты, они не объясняли, что я сделал. Первый блок пришел, когда я вышел на Facebook и увидел то, что у меня есть линк на Black Lives Matter, и я после сделал фотографию, поставил на Facebook и сказал, что я с этим не согласен, почему Facebook меня заставляет куда-то идти. Меня первый раз заблокировали, и пошло, и пошло. И чем больше я делаю этих видео, тем больше я говорю про Трампа, чем больше я говорю людям, что происходит. А вот так вот просто избавляются. Это как в Советском Союзе, хотя это не так наглядно, но так избавляются от инакомыслящих. Как избавиться? Как избавиться от Стива Дудника, чтобы он ничего не говорил? Его отключить. Конечно, я попытаюсь сделать другой аккаунт, и, скорее всего, опять его отключат, и опять отключат. Короче, они просто пытаются закрыть рот. Это очень позорно, это очень неприятно. Эти люди, они просто делают из-под тишка, они делают все это подло. Я не знаю, чего они могут добиться. Вот, поэтому у меня к вам очень большая просьба, ребят. Есть страница General Investigation Agency, только оттуда я могу вещать, потому что эту страницу не могу закрыть, потому что она как бизнес-страница, и после через нее идет. Есть мой YouTube-канал, там надо по-русски написать Detective Steve Dudnick. Пожалуйста, записывайся сюда, заходи туда, потому что там еще пока ничего не заблокировали, и там я могу все это рассказывать и приходить интересных людей, чтобы делать интересные шоу. Но это единственный вариант, как я сейчас могу это делать, потому что я думаю, что этот аккаунт я тоже заблокирую. Хотя я не скрываюсь, я могу показать Facebook мой паспорт, мою ID, мой детективный бэдж, я могу все подать, я ничего не скрываю, но вот так вот это работает. Вот, надеюсь, что я смогу, если кто-то может помочь, если кто-то знает, как бороться с Facebook, если кто-то знает, как написать жалобу, то, пожалуйста, напишите мне в личку вот на этом канале, в General Investigation Services или на YouTube-канале. Вот. А так это все, конечно, очень-очень противно и неприятно, потому что я хотел делать следующее видео, завтра или послезавтра. Это видео о насилии в семье, видео о том, как идут тяжело разводы, сколько лет они идут, как мужья издеваются над женами, жены над мужьями, как страдают дети. Вот. И вот это все я хотел рассказать на следующей неделе. И также хотел рассказать о своем деле, что я только приехал из Теннесси. Я в Теннесси занимался расследованием в детском кемпе, где привозят детей из foster family, и где
были такие вот, как сказать, распускания рук, и наносили детей, и вот я был это расследование очень интересное, я хотел сказать об этом. Но видно, вот этой кучке фейсбучной, этой кучке педофилов, которые в Демократической партии, видно, невыгодно все, что я делал, все, что я рассказываю. Так что я не удивляюсь, что сегодня заблокировали, а завтра еще и киллера пришлют, как федеральный судья, которую в семью все положили. Вот, все, что хотел сказать, очень неприятно, меня очень сильно это расстроило, потому что я потерял очень много фотографий личных за 9 лет, и они даже не дают мне download ничего, они просто, вот просто реально просто убрали, вот так вот Facebook решил, все, есть человек, а человека нету. Вот чего нас ждет, если к власти придут такие, как Байден, как Камила Харрис, нам всем закроют рот. Разными путями, кровавыми путями, не кровавыми путями, но так оно будет. Вот. Ну, так вот. Да, стукачки, наверное, стукачки тоже есть. Но опять же, хорошо, если бы я что-то нарушил, Facebook мог сказать, вот нарушили, мы заблокируем там на 7 дней, на 30 дней. Они просто убрали мой аккаунт. Они просто его убрали без всяких предупреждений. Так что, если вот какие идеи, как это делать, пожалуйста, сообщите мне. Вот. И еще раз, General Investigation Agency, выходите туда и лайкайте на эту страницу и YouTube channel, потому что там будет все. Ну и также тут Turkish Video Production, это то, что я делаю у Ника. Большое всем спасибо, дай бог вам здоровья, и чтобы у вас обходили всякие проблемы, и чтобы вас не наказывали за инакомыслие, потому что сейчас такая ситуация, люди даже боятся что-то говорить, потому что их увольняют с работы. Вот то же самое, что делал со мной Facebook, тоже делал с людьми на работах. После меня уволить ниоткуда невозможно, потому что я работаю сам на себя, у меня мое агентство, поэтому ничего сделать невозможно, только кроме какой-нибудь пакости со стороны федеральных властей. Надеюсь, до этого они не напустятся. Всем большое спасибо, до свидания. Очень неприятная сегодня информация. Я жду вашей поддержки.